Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в шедевральную игру под названием Enlisted. Да, события, кстати говоря, никаких событий, да, нету, да. А что нам дадут? Ага. Вот эту вот хрень мне бы надо. Продолжаем с тобой играть, получим 10 наград. Ага. Подождите. Понятно. В общем, продолжаем с тобой играть в Enlisted. Enlisted мы с тобой продолжаем играть. Ссылочка есть в описании. Цель вы все помните, да? Кто смотрит, кто случайно наткнулся. Цель у меня в том, чтобы прокачать 5 БР у советов полностью. Именно у советов 5 БР именно полностью. Вот, прокачиваем танк из 2, практически его докачали. Осталось, ребят, немножко. Осталось 32 тысячи. Это буквально, ну, парочку боев, я думаю, да. И мы его возьмем, этот, из второй. Потом начнем АС-44 качать. Потом пулемет. И потом уже на сладенько ИС-2 ставим. Вот, кстати говоря, у меня тут все прокачано. А то я тут, наверное, обкакусь. Надо посмотреть, у меня там все прокачано, все ветки. А то мне скажут, там какой-нибудь танк не прокачанный. Ну, даже если там что-то где-то не прокачано, я это вкачаю быстро, так как... Там уже будет, ну, там нужно будет не 120 тысяч опыта, там не 200 тысяч опыта, там надо будет меньше, вот, там надо будет меньше качать, да. Все равно можем будет быстрее прокачать. Играю с примаком, подключил себе примак на целые сутки, ребят, да, все записываю в один день, за сутки, мне интересно, сколько я смогу прокачать. А то некоторые говорят, что здесь долгая прокачка. Вот, сколько я смогу вкачать за один игровой день. Конечно, если у меня не хватит времени и придется подключить еще на сутки примак, я подключу, потому что режим дерьмо, сразу говорю, здесь надо одновременно держать две точки под контролем. Вот. Такая жопа. Как мы это будем делать, я не знаю. Мне главное просто настреливать опыт, настреливать киллы и все. Мне, в принципе, блин, не могу перепрыгнуть. Вот, киберспорт, ребят, киберспорт, занимаемся киберспортом. Ссылка есть в описании, я уже говорил. Это кто, это наши? Ссылка есть в описании, кто хочет тоже позаниматься киберспортом, можно зайти совершенно бесплатно поиграть. Попробовать поучаствовать в киберспорте. Игра очень хороша тем, что, я уже говорил, можно свой скилл прокачать. Ну или вообще посмотреть, на что у тебя способен твой скилл. Блин, их там очень много. Их очень много, их еще больше на этой точке становится. А наших вообще нету. Ну ладно, у меня задача киллы понабивать. Кто у меня там есть? Давайте следующий. У меня задача просто понабивать киллы. Да, конечно, когда мы просрем, я получу меньше опыта. Вот это вот, конечно, здесь точку они сделали, захват. Это трындец. Ох, блядь. Конечно, трындец здесь по этим буеракам бегать. Это, ребят, такое себе удовольствие. Это себе такое. Ну, там пиздюк поставил пулемет, да, и... Да. Я играю, видимо, со слабой командой. Со слабой командой. И эта слабая команда нам сейчас... Все запорит. Ну, режим говняный, я уже говорил много раз. Ладно, играем так, как играется. Сейчас попробуем куда-нибудь скинуть. На точку Б сейчас скину. Мы не захватим. То есть в этом режиме надо одновременно две точки под контролем держать. А мы не сможем. Мы просто не сможем. Насрать. Приземлились таким образом. Одного убили, что-то там. Наши бегут через ту, да, эту, они подставляются, подождите, ладно, не пускай подставляются, насрать. Вот опять поставили в
в стенку. Кто так респаун ставит? Пулемет, конечно, хуй ты снимешь. Пулемет ты хуй снимешь, конечно. Наши захватывают точку. Если только обходить в тыл. Враг пытается отбить точку. Этого петуха обходить в тыл. А здесь их так бегут. Я не понимаю, чем наша команда занимается. Наша команда сосет большую пипу. Им нравится, видимо, сосать большую пипу, не знаю. Видимо, люди ни разу в шутера не играли. Не понимают, что делать. Может, дотеры зашли, я не знаю. Может, дотеры играют, хуй знает. Решили что-то для себя новое открыть. Наши ребята захватывают позицию. Враг пытается захватить нашу точку. Защищаем эту точку! Точный в голову! Вызываю огонь артиллерии! Понял, подтверждаю! Удерживаем эту позицию! Так, этого любителя мы нагнули. Успеем перебежать туда? А вот накрыли артиллерией. Там сверху где-то. Снизу, блядь, сверху. Везде, короче. Вот это вот дебильное, вот это место, где ты захватываешь, ну это прям трындец. Здесь эти мусор по этому бегать, это ужас. Куда-то, блядь, побежал. Пулемет свой ебучий ставить. Жопу, блядь, себе его засуньте. Вот только так и можете, Димку, блядь. Только так и можете, слабаки. Не зря за фашистов играете, не зря. Только так и можете выжигать. Скилла-то нету, понимаете, умений нету. Только так и можете. Нет, здесь мы всосали, конечно, по полной. Хотя можно было, кстати говоря, в начале катки, чтобы не портить себе прокачку, да, так сказать. Ну, не то, что не портить, чтобы ее не замедлять. Можно было ливнуть нахрен из катки просто. Можно было ливнуть из катки. И все. Ай, блядь, какие-то тут что-то закрывали, что-то куда-то. Не выйти, блядь, не зайти, не пернуть. Сдохни уже. Чё позакрывали? От кого все прячутся? Блядь, вниз куда-то стрелял, в пол. Заходим, штурмуем, нахуй. Димка один штурмует. Димка герой. Им потом звезду дадут. И пирожное. Звезду и пирожное. Я люблю пирожные, они вкусные. И, кстати говоря, здесь респаун. Ты начал захват. Аж яси здесь наставили. Вот гниды. Удержаться на позиции. Киберспорт пошел, ребят. Противник отбивает. Активируем мод киберспорта. Сектор наш. Двигаемся дальше. Какой сектор ваш, блядь? Сектор наш. Попал! Я попал! Попал, молодец. Купи конфетку. Все, просрали все точки. Пока я не зашел в тыл. Умри, ублюдок! Блядь, вот как мандавушки бегают. Вот что вот мне делать? Как мне их? Сейчас как медленно перевязываешься, друг.
А, тут враг. Тут враг бегает прямо около этого. Они даже А не могут зайти. Пойдемте посмотрим на А. Почему наши ребята так долго берут А? Что там происходит такого на А, что наши ребята не могут его взять? Пойдемте взглянем на это. Это безумие. А потом некоторые ребята пишут то, что вот на втором БР тут играют лохи. Лохи, слабаки, да, ребята, вот видите. Ну и чё, вот, блядь, двух щеглов не могли убить? Вы чё, двух ложков не могли почпокать? Тут лохи бегают. Школьники, блядь, вон, выгибаются. Насмотрели своих киберспортсменов, блядь. И все, они тут выгибаются, бегают, блядь. Они больше ничего не умеют. Слабаки. Понимаете? Слабенькие, слабенькие. Противник наседает на точку. Ох, блядь. Сколько их тут бегает-то? Они толпой тупо берут. Они тупо толпой берут. Понимаете? А наши так почему-то не играют. Понимаете? То есть, ну, они толпой наши не могут брать. Не знаю, наши какие-то слабенькие. Конечно, надо было бы взять только одну точку, только одну, то мы бы ее уже давно взяли, ребят. Мы бы ее бы уже давно взяли. Знаете, что я думаю? Надо вот здесь вот респаун поставить. Какой углонаклон? Ну ставь, ёптю ты. Ну ты чё? Ты чё меня раз так близко к другим точкам? Каким нахуй другим точкам? Артиллерия, огонь по квадрату! Вас понял? Огонь! Каким другим точкам? Сюда подошли все. Мы должны удержать эту точку. Сидят там на линии огня. Совсем психи. Наши ребята захватывают позицию. Так, вот сюда подошли. Удерживаем эту позицию. За родину! Там кто-то бежал? Противник начал захват. Хорошо. Где кто еще? Не вижу. Вижу. Так, где-то еще тут, блядь. Там танк как-то меня убил. Непонятно как. Где-то сидит. Вот где он сидит? Вот найди его, блядь, здесь. Ужас. О, выгибашники. Мои любимые. Сука. Ай. Не знаю, мои слабые. Мои слабые. Мне не нравится моя команда. Слабая очень. Им бы пойти в Майнкрафт, что ли, поиграть. Может, в Майнкрафте бы. Может, в Майнкрафте бы хоть что-то бы научились играть. Майнкрафт, ребят, Майнкрафт, это для вас. Хотя Майнкрафт тоже для вас будет сложно, я думаю. Потому что Майнкрафт там башкой тоже надо думать. От криперов бегать. Хорош, накрыл. Блять. Поебал. Поебал, да, убил. Убил, кстати, как это положил. Ой, пойдемте по левой стороне. Пойдемте по левой стороне. Пофармим. Опыт. Можно взять танк. Постоять на танке. У меня же не танк, у меня самолет. Тогда нельзя взять танк. Противник начал захват. Угу, понял. Ты свою позицию спалил, ты в курсе. По первому стрелять нельзя, первый бежит командир, то есть игрок. Мы
а за ним бегут боты. То есть надо отстрелить грамотно бы те, кто сзади бегут, а не, те, не того, кто впереди. Потому что впереди как раз бежит игрок. Ты ему, по сути, говоришь свою позицию. Ой. Пошел нахуй. Так. Защищаем эту точку! Здорово. Стадо убежал. Надо пробежало. Стадо убежал, стадо пробежало. Я один, да? Наши захватывают точку. Сверху там что у них? Нужны координаты вражеской техники. Держать позицию! Блять, вон крыса, блять. Пока ее выищешь, блять, своими глазами, нахуй. Охренеешь, ребят. Киберспорт. Что вы хотите? Киберспорт. А, нахуй. Это раз. А, в смысле, нехороший человек. Да. Ой, какой киберспорт? Давайте тоже киберспорт. Да. Их слишком много здесь. Наши вообще не тянут сюда. Я, видимо, играю с ботами. Я хуй знаю. Я, видимо, играю с ботами, что ли, я не понимаю. Ну, вообще не тянутся. Не тянутся сюда, понимаете? Не чувствую. Пацанов. Вообще никак не чувствую. Вот. В общем, в следующий раз, знаете, что думаю? Буду из этих режимов вливать. Просто выходить, ну, чтобы время не тянуть. Потому что я уже много раз говорил, что эти вот этот режим, он дебильный в игре. Потому что мы играем 10 на 10 живых человек. Остальные боты. И играть здесь как бы... Ну, смысла такого нету. То есть одновременно две точки под контролем. Как вы удержите? 10 на 10. 5 человек должны туда идти, 5 человек сюда. Либо заведомо команда противника должна быть слабее, ребят. Заведомо должна быть слабее. Только двоих что-то там чпокнул. Сейчас слетаем еще за бомбами. А, у них там респаун еще стоит. Сейчас слетаем за бомбами, ребят. И сейчас пике сделаем. Там и танк у них еще, ни хрена себе. Там и респаун, и танк. Противник отбивает точку. Вот. Этот режим им надо убирать. Полетели еще, сейчас разочек сбросим. Еще один разочек сейчас сбросим. Можно точку Б скинуть, можно... Угу. У них там уже танк по нашей территории есть, нормально. Но сейчас его забрали. Блин, одного, ну это я вообще не понимаю. Что за хрень? То есть, ну... Бомба пофикшена так сильно, что ужас. На них ничего даже не поделаешь, я не знаю. Чтобы танк взорвать, надо прям на танк кинуть бомбу. Это жопа. Это не хорошо. Кто? Какой-то снайпер, да? Да кто, блядь? Ты чё здесь делаешь, алё? Пошёл нахуй отсюда. Да-да-да, гранату давай скидывай, молодец. Сыкло. С пацанами не может... О, там пулемётчик, блядь, поставил. Нормально, там пулемёт кто-то поставил. Нормально, нас обошли сбоку. Пойдемте посмотрим, кто.
А где пулеметчик-то? Противник отбивает точку. Наши силы занимают свой. Точку. Так, хорошо. Пулемет мы сломали. Да господи, хватит бегать-то как мандавошки-то. Бегайте туда-сюда. Эх. Все, опять все респауны поломали. Наши что-то не особо хотят респауну ставить. Давайте пойдем на эту сторону. Отряд, огонь по всем целям. Попробуем поставить поближе респаун. Конечно, это ничем хорошим не закончится. В общем, беру себе на вооружение то, что в следующий раз, если такие режимы попадаются, где захват вот этих точек дебильных, или оборона, нужна поддержка артиллерии. Или оборона этих точек, артиллерия, огонь! Мы их просто скипаем. Они нам нахер не нужны. Потому что, ну, смысла нету в них играть. Не то, что я прям хочу, чтобы каждая катка была победа, но вот это дебильный режим просто. Просто дебильный режим. Давай быстрее. Больно долго это все. Крысей. Ты думаешь, я не вижу, что ли, тебя? Крысярий. Ты хоть позицию бы, что ли, сменил, я не знаю. Удерживаем эту позицию! Че у вас здесь, пулеметчиков никаких нету? За родину. Понятно. Я где? Ага. Да выгибайся, да, выгибайся. Тебе это очень поможет. Чего не выгибаешься, алло? Выгибайся давай. Выгибунчики. Еще кто-то там есть? Крыс нету. Ну и аптечка туда. И аптечка, блядь, и патроны. Все для крысиной нычки, блядь. Все для крысиной нычки. Крысеныши. Понял. Ой-ой-ой. Давайте быстрее. Уходите. Здесь хорошо, что пролет хороший такой этот. Так, сюда они бегут. Что, нагнули тебя? Выгибанчик. Тихо. Отходим. Сейчас перевяжемся. 88 очков осталось. Блин, долго, конечно, катка получается. Можно... Можешь пройти к второму этажу. Граната, в укрытие! Противник начал захват. Наши силы на позиции. Че, классно, когда вас из окна отстреливают? Как нравится? Блять, промахнулся. Жалко. Сейчас спину заберут, падлы, знаю их. Враг захватил позицию. Блять, патроны, товарищ командир. Забрал этого, этот меня потом забрал другой в спину. Вот так надо драться, понимаете, ребят, как лев надо драться, понимаете? Как лев надо драться, как мангуст. 2 минуты осталось до конца. Ребята захватывают позицию. Либо 2 минуты, либо 18 очков надо. Мы должны держать позицию. Выглядываю, выглядунчики, люблю вас. Да, выглядывай тоже. Очень помогает.
Удерживаем эту позицию! Очень помогает, ребят. Точка под нашим контролем. Их вот так вот изначально надо было зажать здесь, и все было бы хорошо. Так, где здесь падла? Это на втором этаже, наверное, сидит. На втором этаже, да, сидит там. Вот такие вот бои у нас в Энлистиде на втором Бэйре. А то кто-то думает, что здесь скучно и неинтересно. Вот так вот здесь мы чпокаемся. Да. А то на пятом только интересно, на пятом, на втором скучно. Да, видите, как скучно, охуеть, как скучно. Все. Да, ребят, на этом мы заканчиваем серию. Ну, серия была плотненькая. Вот, ну, потому что здесь не резон был выигрывать. Команда слабая, к сожалению, попалась на моей стороне. Слабенькие пацаны, к сожалению. Такое ощущение, знаете, как будто ребята вообще первый раз вообще в шутер зашли играть. Либо из War Thunder вот пришли, вот так вот сидят. На технике настреливают. Вот. Ну, вражеские пуканы мы заставили подгореть. 17 тысяч, кстати, мы заработали с учетом того, что мы с тобой просрали. А если бы мы выиграли, нам бы дали бы бонус. Нам бы дали бонус за победу. То есть тут было не 17 тысяч, ребят, а намного-намного больше. Вот, как видите, у них, кстати говоря, даже ливали люди. Пятеро ливнули, у нас двое ливнули. Вот. Ну, вот так вот, да, поиграли. Вот такие пироги. 121 килл сделал, красавчик вообще, мужик, уважуха. Вот, 14 тысяч осталось опыта. Я думаю, в следующей серии мы с тобой добьем этот момент. И перейдем на S44. С тебя лайк, подписка, там, что хочешь, делает. Как бы серию посмотрел, молодец. Ссылочка в описании есть, кто хочет тоже киберспортом позаниматься таким вот. Ссылочка в описании есть, заходите, играйте. О, кстати. О, забрать награду, подождите-ка. Выиграть три боя. Три боя. Надо выиграть три боя, ребят. И недельное что у нас? Это неинтересно. Это неинтересно. Это неинтересно. Ладно, все. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.